Если вы не фанат пасты, то это только потому, что вы не пробовали настоящую итальянскую, что называется, ручной работы. Так вот, теперь не обязательно ехать для этого в Италию. Есть много причин совершить путешествие в эту страну, но гастрономическое приключение можно устроить прямо сейчас. Добро пожаловать в Паста Фреско Пратико, маленький уголок Италии в Тюмени. Если хотите попробовать свежую пасту, сделанную как в Италии, приходите в гости. Кроме того, как и в любом итальянском кафе, мы предлагаем традиционные итальянские сладости. Поход в ресторан и доставка готовой еды на дом иногда очень спасает занятых гастрономов. Но на самом деле, чтобы приготовить сытный итальянский обед или ужин, не обязательно быть суперповаром. Пробовать разные рецепты теста, покупать специальную машинку для производства аккуратных полосочек тоже. Достаточно просто сварить пасту и подать ее с соусом, поэкспериментировать со сливками, оливками, грибами, помидорами, мясом или рыбой, сделать заправку самому или выбрать из меню уже готовых. Свежая, только сегодня приготовленная паста – это не магазинные макароны из пачки с рекордно долгим сроком хранения. В ее составе мука из твердых сортов пшеницы. Варить ее нужно всего 5-7 минут. Она не разваривается и не склеивается. Кроме привычной яичной, есть разноцветная со шпинатом, с томатом и даже черная с чернилами каракатицы. Яркий аппетитный вид ей придают натуральные ингредиенты, а не красители. Сейчас в Паста Фреско Пратико действует предложение «Каждая пятая порция пасты со скидкой в 50%». Также у нас есть возможность доставить итальянские блюда домой или в офис и на бизнес-ланч. Ждем вас! Знаменитые итальянские десерты – тирамису, панакотта, печенье кантуччи и сицилийские каноли – тоже лучше пробовать в оригинальной рецептуре и непременно с большим стаканом латте или маленькой чашечкой крепчайшего эспрессо. И даже если вы будете просто пробегать мимо и возьмете вкусности с собой, это нельзя назвать фастфудом. Это просто приготовленное со вкусом и любовью блюдо.